Рух транспорту по мосте праз Днепр плануюць аднавіць пасля 25 красавіка. Зараз на палове дорожнага полотна завершаюцца работы по асфальтаўкладцы, і праз некалькі дзён гараджане змогуць протестировать рэканструяваную частку, а пакуль самі дорожнікі рыхтуюцца да папярэдніх тестаў. Калі зазірнуць за адваротны бок моста і узгадаць, якім ён быў да рэканструкцыі, у поспеху будаўнічай кампаніі сумненняў не ўзнікне. Да таго, каб запусціць рух па адноўленай частцы моста, яго трываласць трэба абавязкова праверыць. Таму ў сераду мостабудаўнікі трымаюць сур'ёзны іспыт. У нас сейчас паралельна ідзе іспытанне моста. Ну, то есть у нас подверглась очень большой реконструкции опора номер 4 русловая. Сейчас производится испытание ее. Будет как бы такой ответственный день, испытание всего моста. С не меньшей отказностью будовники ставятся и до знойденных по соседству рештка у Троицкой церкви. Каб не сгубить историчную спадшину, проектировщики записали у команду историков. Сейчас как бы составлен, сделан проект на подпорную стенку, она будет ограждена. Вот. Потом работники Института истории произведут работы по консервации фундамента. Ну, я также слышал, как, наверное, вы в новостях, что в будущем ее хотят восстановить. Плануется, что рух транспорту по одноленной частце моста протягнется после 25-го красавика. Седа Каспарова, Виталь Алексеенко, новины регион.